Льготный лизинг по ставке до 5% на 7 лет. Новая мера государственной поддержки, которая должна заработать с этого года. Из федерального бюджета на финансирование программы только на этот год предусмотрено около 10 миллиардов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал уже постановление. На субсидии из федерального бюджета смогут рассчитывать лизинговые компании, которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче в лизинг на льготных условиях продукции российского автопрома, специализированной техники и оборудования, сельхозтехники. Первый квалификационный отбор заявок на участие в программе состоится с 27 января по 27 февраля. Главным критерием отбора станет эффективность использования бюджетных средств, отношение объема переданной в лизинг продукции на 1 рубль бюджетной поддержки. В приоритете участники национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На льготный лизинг сельхозтехники может быть направлено не более 10,2% от общей суммы. Минсельхоз России уверен, что будущее за льготным лизингом и льготным кредитованием. И именно эти инструменты министерство планирует развивать.